par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Церковь, любовью Господа Иисуса Христа. Nous salons chère église par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Мы находимся в здании церкви Слово жизни города Монреаль. Всем добро пожаловать. Сегодня воскресный день. Это день, когда мы приходим в Дом Божий, чтобы почтить Его святое имя. И я верю, что когда мы приходим в Дом Божий, в дом к своему Отцу, Он готовит что-то для каждого из нас. И я верю, что когда мы приходим в Дом Божий, в дом к своему Отцу, Он готовит что-то для каждого из нас. И все, что нужно каждому из нас, это просто быть готовым принимать от Него. Потому что если вы помните, если провести параллель, когда мы приезжаем в гости к своим родителям, они всегда очень ждут нашего приезда. Si on fait un parallèle, quand nous allons voir nos parents, ils préparent toujours une bonne rencontre. Они готовят для нас вкусный ужин. Ils préparent pour nous la nourriture. Возможно, иногда слова наставления. Et peut-être vous donne quelques paroles pour vous aider, pour vous édifier. Но их сердца часто открыты для нас. Mais leurs cœurs sont toujours ouverts pour nous. И когда мы уезжаем, et quand nous partons de là-bas, мы уходим наполненными эмоциями. Et nous repartons avec plein d'émotions. От нашего общения. De la communion que nous avons eue avec les parents. Поэтому все, что нужно нам как детям, просто быть готовыми принимать от отца. Et ce que nous avons besoin comme les fils pour recevoir, c'est d'être prêt. Я хочу начать наше собрание с псалма Давида 102, который говорил: «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое и обновляется, подобно орлу, юность твоя. De tout mon être, béni l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te donne, te guérit de toute maladie. Qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour et de compassion. C'est lui qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et de ta jeunesse, comme l'aigle prend un nouvel essor. Я не знаю, что проходишь ты сейчас в жизни, какой этап, на каком отрезке своего пути, но я знаю, что все, что нужно мне и тебе, это научиться благословлять имя Господа в любых обстоятельствах. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses maintenant, tu as quelle étape dans ta vie, qu'est-ce qui se passe avec toi, mais tout ce que nous avons besoin, c'est d'apprendre à être, remercier le Seigneur. По-человечески я могу понять, что это делать легко, когда у нас все в жизни стабильно, хорошо или устроено все так, как нам нравится. Humainement, je peux comprendre, c'est beaucoup plus facile à rendre grâce à Dieu quand tout va bien, quand tout est déjà arrangé dans notre vie. Но когда мы благословляем имя Божье в стесненных обстоятельствах, таким образом мы проявляем к Нему свою верность. Et quand nous remercions, nous bénissons Dieu dans des situations difficiles dans notre vie, en ce moment, nous témoignons de notre gratitude et de notre fidélité. Я знаю, что гораздо сложнее славить Бога, когда у тебя есть какие-то сражения, какие-то войны, какие-то испытания. Je sais qu'il est beaucoup plus difficile de glorifier Dieu quand tu es dans des difficultés, quand tu es dans des combats, quand tu es dans des moments qui sont difficiles pour toi. Но я хочу ободрить тебя. Mais j'aimerais t'encourager. Давид говорит, что он прощает все беззакония твои. David dit qu'il pardonne tous tes péchés. Он говорит, что Бог исцеляет все недуги твои. Избавляет от могилы жизнь твою и венчает тебя милостью и щедротами. Он насыщает благами желание твое. И обновляется подобно орлу юность твоя. И renouvelle ta force comme un aigle. Сколько надежды в этих стихах? Сколько Божьих обетований для любящих Его? И все, что нужно сделать мне и тебе, это принять решение и благословить Его святое имя.
это признать Его могущество в твоей жизни. Это почтить Его своими устами, своим сердцем, своими мыслями, своим духом. И тогда Бог будет наполнять твою жизнь. Потому что мы не можем никогда заслужить все то, что Бог приготовил для нас. Он все это сделал, потому что Он любит нас. Он возлюбил нас прежде того, как мы появились на этот свет. Он есть Альфа и Омега. Начало и конец. Все, что нужно мне и тебе, это довериться Ему, наполнить свое сердце благодарностью и почитанием. Поэтому я приглашаю тебя сейчас подняться там, где ты есть, почтить своего Отца и пригласить Его провести этот воскресный день вместе с тобой. Хотя написано в Библии, что там, где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди них. Ты сделал свою часть, ты пришел сюда, там, где люди собраны во имя Его. Значит, твой Отец уже здесь, и Он ждет тебя. Драгоценный Бог и Отец, мы благодарим Тебя за этот воскресный день. За этот день, когда мы можем прийти в дом Твой с нашими братьями и сестрами и поклониться Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что когда мы открыли сегодня свои глаза, это Ты обновил в нас дыхание жизни. Это Ты, Господь, обновил над нами милость и благодать и позволил нам быть здесь. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя о том, что Ты окружаешь нас своей любовью и заботой. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты возлюбил нас до того, как мы еще познали Тебя. Господь, Ты знаешь, каждый волос на нашей голове, он сосчитан Тобою. Боже, Ты знаешь нас по имени, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты насыщаешь нас благами и щедротами, за то, что Ты исцеляешь нас, за то, что Ты обновляешь наши силы, за то, что Ты, Господь, даруешь нам возможность быть на этом месте, жить в этой стране и познавать Твое святое имя. Господь, спасибо Тебе. Боже, и сегодня, придя на это место, мы хотим сказать Тебе, сказать своему духу, сказать своей душе: «Душа моя, славь Господа». Боже, мы пришли на это место, и мы говорим себе: «Душа моя, славь Господа». И я прошу Тебя, Господь, чтобы наше сердце сегодня, оно прославляло Тебя. Оно было открытым для Тебя. Чтобы наш дух сегодня, он был открыт, чтобы принимать Твое Слово. Принимать, Господь, Твою любовь. Принимать то, что Ты приготовил сегодня для каждого из нас. Боже, я прошу во имя Иисуса Христа, чтобы мы сегодня, в этом дне, мы взирали на Тебя, мы слушали Тебя, мы прославляли Тебя, мы поклонялись Тебе, Господь, и мы прославляли Твое святое имя. Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, возьми под свой контроль ход этого служения. Мы просим, Господь, чтобы Ты касался каждому, кто здесь сегодня на этом месте. Тех, кто смотрит нас онлайн, тех, кто не смог быть сегодня с нами по каким-то причинам. Боже, мы просим, чтобы Ты касался Твоего народа там, где они есть. Кого-то дома, кого-то в больнице, кого-то в пути, кого-то в церкви, Господь. Боже, Ты знаешь каждого. И мы просим во имя Иисуса Христа, чтобы сегодня Ты приходил с ответами на нужды. На нужды по здоровью, на нужды по взаимоотношениям, на нужды души и сердца. Боже, мы просим, чтобы Ты восполнял нужды Твоего народа, потому что Ты благий Бог, потому что Ты милостивый, потому что Ты щедрый. И мы прославляем Тебя на этом месте. Мы просим Тебя, помоги нам, как Твоему народу, принять то, что Ты приготовил. Принять сердцем, принять мыслями, принять духом и душой во имя Иисуса Христа. И мы говорим Тебе: будь благословен наш Господь. Мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы ожидаем Тебя сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что, мы приглашаем наших деток, выходите, мы будем молиться за вас. Nous appelons nos enfants, nous les invitons, nous sortez, nous allons prier pour vous.
В Библии написано: «Вот наследие от Господа, дети – награда от Него, плод чрева». Voici l'héritage de la part de Dieu, ce sont les enfants. Psalm 126:3. Le psaume 127:3. Это награда от Него. Дети – это награда. Les enfants, c'est un cadeau de la part de Dieu. Это не случай, как мы иногда думаем. Это не что-то трудное, не испытание, но это награда от Господа. Les enfants, c'est un cadeau de la part de Dieu, c'est pas de la difficulté qui nous a été. Поэтому, когда вы смотрите на своих детей, смотрите на них глазами, которыми видит их Бог. Quand vous regardez à vos enfants, regardez avec les yeux que Dieu les regarde. Глазами любви. Les yeux de l'amour. Глазами веры. Les yeux de la foi. Глазами того, кто говорит: «Боже, спасибо за то, что ты так сильно любишь меня, и ты наградил меня этими прекрасными детьми». И, возможно, ты тоже, скорее всего, я думаю, что 100% ты тоже чей-то ребенок. Поэтому я хочу, чтобы ты сказал самому себе сейчас: «Я награда для моих родителей». Скажи, тот, кто стоит на этом месте: «Я награда для моих родителей». Знаешь, почему я прошу тебя сказать об этом? Потому что человек, который принимает себя как награду для своих родителей, ему легче воспринимать своих детей как награду, потому что тот, кто исцелен внутри, он любит тех, кто рядом с ним. Потому что person qui se voit comme un cadeau pour ses parents va facilement prendre ses enfants également comme un cadeau de la part de Dieu. Si tu as été guéri à l'intérieur, ça sera une guérison qui sera à l'extérieur aussi. Поверь, даже если ты думаешь, что я далеко не подарок, или ты далеко не подарок, нет, ты сказал, что ты награда. Dieu a dit que tu es un cadeau pour tes parents. Такой, какой ты есть. Tel que tu es. Возможно, тебе еще есть над чем работать. Peut-être tu as encore des points pour lesquels tu dois travailler dessus. Но несмотря на все твои трудности и слабости, ты являешься наградой. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас сейчас с добрым сердцем простер свои руки и увидел в наших детях награду от Господа. Каждый из них достоин отношения как к награде. Нашим детям не нужно заслуживать нашу любовь. Мы любим их такими, какие они есть. Поэтому простираем свои руки на нашу награду и благодарим Господа с радостью. Драгоценный Бог, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты милостив и благ. И Ты продолжаешь, Господь, наши семьи из поколения в поколение. Ты благословляешь детьми. Ты, Господь, говоришь, что это награда от Господа. Боже, мы благословляем сейчас наших детей, все это подрастающее поколение. И все, что мы можем сделать как родители, мы можем любить их, Господь, познакомить, привести их к Тебе, Боже, и доверить их жизни в Твои руки, чтобы Ты, как любящий Отец, мог направить их, мог взращивать их, Господь, в Твоей любви. Боже, я прошу Тебя, чтобы их сердца, они были открыты для Тебя, чтобы они познавали Тебя с раннего возраста. Я прошу, Господь, во имя Иисуса Христа, Ты знаешь путь каждого из них. Ты знаешь, Господь, те таланты, те способности, которыми Ты наделил их. И я прошу Тебя, чтобы их жизни, они прославляли Твое святое имя. Чтобы наши дети, они были солью для этой земли и светом для этого мира. Чтобы они были благословением для тех людей, с кем они общаются там, где они есть. В своих школах, колледжах, университетах, на будущих работах. Господь, я прошу Тебя, чтобы по Твоим благословениям узнавали их. Чтобы, глядя на наших детей, люди говорили: истинно с ними Бог. Боже, я прошу Тебя, чтобы Твоя любовь, она изливалась в их сердца огромным потоком и вытесняла все, что мешает Тебе работать с ними. И мы доверяем их Тебе. Мы покрываем их жизнь Твоей святой кровью и просим Тебя, чтобы Ты хранил их на пути, чтобы Ты удалял от них людей бесчинных и лукавых, но чтобы Твоя защита, Твой покров, Твое благоволение, Твоя милость и Твоя любовь, они стояли печатями на их жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
слава нашему Господу. Приветствую всех, дорогие. Сегодня воскресный день. У нас есть причины, чтобы радоваться. Есть причины, чтобы славить нашего Бога. В пятницу на молитве, кто был, мы говорили о том, что надо иногда настроить свое сердце. Настроить свое сердце, чтобы ожидать Господа, ожидать Слова от Него, да? Думать про эти слова, которые мы поем, да? Не просто пропеть их, а задуматься о том, о чем мы поем. Я хочу, чтобы сейчас вы не просто пели текст. Может, кто-то не знает этой песни, да? Может, знает. Но чтобы мы задумались о том, о чем мы поем, чтобы мы это провозглашали. Потому что мы тоже говорили в пятницу с сестрами о том, что мысли наши имеют силу, колоссальную силу. И то, что мы говорим, имеет силу. И если даже не христиане этим пользуются, то мы, как дети Бога, которые читаем Писание, знаем это, должны это использовать. Поэтому давайте сейчас откроем наше сердце, чтобы славить нашего Бога, чтобы провозглашать Его слова в силе, с верой, вместе. Потому что вместе мы сила во имя Иисуса Христа, в единой молитве, да? Потому что Он достоин. Давайте встанем, будем славить Его. Аллилуйя. Мы приходим к Тебе, мы жаждем, Господь. Жаждем Тебя, драгоценный, жаждем Твоего Слова, жаждем, Господь, Твое присутствие. Нам нужна Твоя любовь, Господь, вся слава Тебе.
Господь святой, аллилуйя, на моих устах хвала Тебе. Господь святой, Господь святой, на моих устах хвала Тебе. Господь святой, Господь святой, аллилуйя, на моих устах хвала Тебе. Господь святой, Господь святой. Я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей, Осанна Вышний. Я в руке Твоей
поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей, о, Сана Вышний, я в руке Твоей поклонюсь Тебе. Ты достоин славы всей, о, Сана Вышний, я в руке Твоей поклонюсь Тебе. Достоин славы всей, о, Сана Вышний, я в руке. Аллилуйя! Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Сана Вышний, я в руке Твоей, я в руке Твоей. Я в руке Твоей, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Сана Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Сана Вышний, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Сана Вышний, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, о, Сана Вышний, я в руке Твоей. Аллилуйя, благодарим Тебя, Господь Бог. Аллилуйя, Сеньор, Дилю, Тебе мерсио. Прославляем Тебя. Поклоняемся Тебе, Иисус. Поклоняемся Тебе, Иисус. Поклоняемся Тебе, наш Бог. Поклоняемся Тебе. Ты достоин всей славы. Ты достоин всей, всей, всей славы, Господь. Благодарим Тебя на этом месте. Да, Господь Бог. Наши сердца, они полны благодарности. Наши сердца, Господь, полны благодарения к Тебе, Господи, за жизнь, которую мы имеем, за дыхание жизни, которое Ты подарил каждому из нас. За дыхание жизни, Господи Боже, мы говорим спасибо Тебе. Аллилуйя. За Твое присутствие, за Твое спасение и за дар вечной жизни. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Бог. Спасибо Тебе. Ты достоин всей славы. Аллилуйя. Аллилуйя. Амен. 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 Дайте Богу большую славу, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог благ. Амен. Аллилуйя. Бог благ. Амен. И Он с нами. Прославление. Большое спасибо. Пожалуйста, просто дайте Богу славу за них, Боже мой. Это, Господи, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог нас всех благословит. Амин. Слава Богу. Бог благ, и Он прекрасен. И мы не просто поем, что Он достоин всей славы. На самом деле Он достоин всей славы. Другими словами, мы вкладываем именно ту смысл, которая есть в этих словах. Мы не просто говорим, но именно то, о чем мы говорим, то, о чем мы поем, оно мы это и подразумеваем. Что Он достоин всей славы. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, дорогие,
Мы, конечно, продолжим нашу тему, которую мы начали в прошлый раз. Но прежде всего я хотел поблагодарить за прошлое воскресенье, за поздравление, за молитву, за то, что мы можем вместе идти. Бог верный. Аминь. Бог верный. Поэтому каждому из вас большое, большое, большое спасибо за ваши молитвы, за ваши поздравления. И как я говорил в прошлый раз, самое важное, чтобы мы понимали, самое важное, если говорить о своем пастыре, это молиться за него. Аминь. Самое важное – это молиться за Него. Почему? Потому что Он тоже человек из плоти и крови. Точно так же, как ты нуждаешься, чтобы за тебя молились, точно так же, как ты нуждаешься, чтобы пастор за тебя молился, точно так же, как он за тебя молится, даже когда ты об этом не нуждаешься и не просишь, точно таким же образом Он желал, чтобы ты за него молился или молилась. И это может быть это для любого пастора, не только для нашей поместной церкви, даже те, которые смотрят онлайн или которые позже будут смотреть. Молитесь за своих служителей. Это важно. Им нужна эта поддержка молитвенная. Им нужна эта духовная поддержка, чтобы они ощущали это. Аминь. И любите своих служителей. Любите своих служителей. Я говорю только о пасторе, я говорю, те, которые вам служат. Любите их. Знаете, легче всегда любить того, который вы по телевизору видите каждый день. Или время от времени. Он далеко. И знаете, оно... Как сказать? Приходит всегда, обычно всегда с добрыми новостями. Знаете, легче любить. Но скажу так, что те, которые с вами, которые, возможно, вам некоторые вещи говорят, которые вполне возможно, что вам могут иногда не нравиться, но поверьте, что они это говорят или это делают именно из-за любви к вам. Не потому, что что-то имеют против вас, нет. Наоборот. Как обязаны дать отчет, как об этом говорит Библия. Они пекутся о душах ваших. Аминь. Потому что они имеют ответственность за вас. Конечно, спасение – это дело сугубо лично. Но служители, поставленные Богом внутри поместной церкви или на мировом уровне для того, чтобы помогать верующим сохранять спасение. Аминь. Это важно. Это важно. Это важно. Поэтому молитесь за служителей. Молитесь за пастора. В конце концов, молитесь друг за друга. Аминь. Потому что не всегда пастор к вам подходит, что у меня такая проблема, молитесь за меня. Но это не означает, что у него нет проблем. Он тоже может иметь проблемы. Не постоянно служитель тебе придется сказать, что у меня такая ситуация. Это не означает, что у него нет каких-то ситуаций нехорошие. Это просто говорит о том, что он тоже человек. Поэтому нужно, чтобы мы, видя это, понимали, что говорит он об этом, просит об этом или нет. Я буду молиться за своего служителя. Все равно молитва напрасно не бывает. Аминь. Нету напрасной молитвы. Нету напрасной молитвы. Поэтому знай, что твоя молитва, она важна. Никогда не говори о себе,
что, скорее всего, за него молятся, поэтому кто я? Как раз каждый так и думает иногда. И вот каждый так и думает. Ну, наверное, те за него молятся. Но те думают, ну, тот точно молится за него. И человек остается без молитвы. Поэтому, пожалуйста, молитесь. Амин. За пастора, за служителей, друг за друга также. Амин. Молитесь друг за друга, Библия об этом говорит. Ты молишься, какой-то день взяли паузу за себя, молись за кого-то другого. Какой-то день просто, сегодня я буду просто молиться за других людей. Почему бы и нет? Но я говорю в том случае, если ты молишься, конечно. Если ты не молишься, пора кот начинает молиться хоть за себя. Амин. Хоть возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому начни хоть за себя молиться, а потом уже и перейдешь к ближним. Амин. Слава Богу. Итак, за все благодарите. За все благодарите. Мы начали эту тему в прошлый раз, и мы продолжим сегодня. Итак, место писания, которое мы читали в прошлый раз, это было Исаия 55. Восьмой и девятый стихи. Написано. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Интересно. Я, конечно, объяснял это в прошлый раз. Я хочу чуть-чуть сделать маленький обзор, потом еще будет дальше идти. Наш Бог мыслит. Но я не могу объяснить, как Он мыслит. Потому что когда мы думаем, Он мыслит, мы сразу берем, как мы мыслим. Мы думаем, что Он, наверное, скажет, что Он тут сидит и думает. Я не знаю, как Он думает, как он мыслит. Но, по крайней мере, у него есть мысли, это точно. Амин. Вот. И если у него есть мысли, значит, есть то, как он мыслит. И Бог говорит здесь, что мои мысли не ваши мысли. Так как и человек, мы сотворены как индивидуум. И как наука даже это доказала уже, что нет одинаковых людей. В том же самом русле, значит, нет также людей, которые бы мыслили одинаково. Даже близнецы. Не думают одинаково. Даже люди, которые жили до грехопадения. Могли сказать, наверное, из-за грехопадения случилось? Нет. Каин и Авел. Адам и Ева. Адам думал. Ева думала. Если бы Ева думала точно, как думал Адам, не было бы грехопадения. Вы видите, что уже изначально мы по-разному можем думать. Поэтому я как приск могу говорить, что мои мысли не ваши мысли. Но точно так же и каждый из вас может говорить, что мои мысли тоже не твои мысли.
И это будет нормально и правильно. Но только дальше Бог говорит, мои мысли выше ваших мыслей. Это мы не можем говорить, потому что это уже превозношение над кем-то другим. Но Бог может это говорить. Потому что Бог над каждым из нас. Амин. И Бог, Он думает не то, как мы думаем. Я в прошлый раз объяснял, что когда мы с вами, или же наша система мышления построена таким образом, что оно зависит от того, где мы находимся, обстоятельства и определенные, как сказать, то, что вокруг нас. Вы можете даже заметить, что в наших странах, откуда мы приехали и эмигрировали, мы думали каким-то образом, исходя из того, где мы жили, какие там люди, какие там обстоятельства и так далее, и так далее, и так далее. Мы переехали сюда. Если вы заметите, что вы, возможно, вы не заметите, но вы начинаете еще по-другому думать немножко. Мы начинаем по-другому думать. Почему? Потому что та среда, где мы оказались, уже влияет на нас. Она влияет на наше, на то, как мы думаем. Оно влияет на наше мышление. И временами мы сами удивляем себя. Удивляемся. Поэтому иногда гости, допустим, могут приехать из той страны, откуда вы родом, и к вам домой. Вы начинаете как-то разговаривать, они вас могут иногда не узнать. Они могут даже думать, о, вы стали таким гордым, или, знаете, или... Ну, просто по-другому вы тут теперь живете, потом по-другому вы мыслите. Наш Бог, Он вне пространства. Амин. Потому что Бог сотворил все. Он вне времени. Библия говорит нам, всему свое время под солнцем. Бог вне времени, поэтому, когда мы говорим о Боге, мы говорим о вечности. Аллилуйя. Бог вне времени. Поэтому все, что под солнцем, все, и все, которые находятся под солнцем, есть начало и есть конец. Амин. Всему, абсолютно всему, есть начало, есть конец. Поэтому, когда мы думаем, мы ограничиваемся тем пространством, где мы оказались. Дальше, когда мы пытаемся проецировать чуть дальше наше мышление, все равно то, где мы находимся, влияет на то, как мы планируем. Но Бог не таков. Потому что Бог знает заранее, что будет на период. Он уже от начала знает, что будет в период. Другими словами, Бог знает не только о твоем и о моем настоящем. Бог знает и твое будущее.
Он знает о нашей жизни лучше, чем мы сами могли бы. Мы думаем, что мы знаем лучше. Но Бог знает лучше. Поэтому для каждого из нас настолько важно быть с Ним, чтобы Он вел нас к тому, что является лучшим для нас. Аллилуйя. Лучше, чтобы мы искали эту близость с Ним. Потому что Он знает, как, куда нас вести. Он знает, как нас провести, когда какие-то ситуации. Он знает, как нас укрепить, когда те места, где нам будет трудно. Поэтому у нас есть Слово Божие. Или же у нас есть мысли Бога. Скажи лучше, у нас есть часть мыслей Бога. Потому что тут не все мысли Бога. Бог может тебе что-то открыть, как какой-то рема, который здесь четко написано, Он может что-то тебе еще открыть. Божьи мысли лучше наших. Аллилуйя. Поэтому важно строить свою жизнь, постараться, чтобы идти, как мы по-простому говорим, в ногу с Ним. И нам нужно стремиться узнавать Его мысли. Я тогда брал пример по поводу машины, чтобы показать, что Бог, Он мог видеть дальше, когда были две машины, которые ехали, спортивная не могла опережать фуру, потому что выезжая, не знала, что там впереди. Как раз, как только эта спортсмена выезжала, она не знала, что там дальше есть. И потому, а там ту поворот, ту. Ну ладно, кто знает, возвращалась. А тот человек, который описывал всю эту ситуацию, он был в своем самолетике. Он видел картину намного, он видел другую картину. Он видел, что есть эти две машины, но он видел, что дальше, за километр, там вообще было пусто. Вот это как мы с вами. Вот. Мы здесь, есть Бог, который выше нас, но мы все равно хотим ему доказать, что ты не прав, ты не все видишь правильно. Мы ему хотим доказать, что ты, Бог, не прав. Все же я хочу так мою жизнь построить. А он говорит, дорогой, я же вижу дальше. Нет, нет, нет. Кто тебя знает там? Я знаю, что должен так делать. И вот так оно и получается. И так как Бог, Он не насильник, так как Бог уважает наш выбор, и Он не только уважает, Он также дает нам ответственность за свой выбор. Поэтому Он говорит, хорошо. Пожалуйста. Но если вдруг нужно, понадобится будет. Знай, что я здесь. Но ты можешь пробовать. Но если вдруг что-то не так, я здесь. Вот так Бог действует. То есть Он не насильник. Амин. Он не насильник. Он дает нам возможность. Поэтому у нас есть выбор. Мы можем выбрать. Жить по тому, как Он говорит нам. Мы можем выбрать,
жить по тому, как мы хотим. Благословение и проклятие предложил я тебе. Но Бог всегда советует, как тогда. Написано, но выбери жизнь. Он не заставил. Он посоветовал выбрать жизнь. Это то, что происходит. Поэтому, что могу я сказать вам, дорогие церковь? Выберите жизнь с Богом. Или же по-другому. Выберем все вместе жизнь с Богом. Оно надежнее. Амин. Амин. Итак, за все благодарите. Мы прочтем это, где об этом написано. Это первое послание к Фессалоникийцам. 5 глава. Мы читаем 16, 17 и 18. 1 Фессалоникийцам 5, 16 стиха. Всегда радуйтесь. Непрестанно или же не переставая молитесь. За все благодарите. Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Итак, апостол Павел говорит, что есть воля Божья. И эта воля Божья заключается в двоеточие. Чтобы мы всегда радовались, всегда молились и за все благодарили. Окей. За все благодарит. Вот где самое сложное. Непрестанно молитесь. Нам сложно, почему? Потому что мы думаем, вернее, у нас есть представление о том, что есть молитва. Для нас молитва, это ты или встал, или сидя, или на колени, или каким-то образом, Господи, о Господи, Боже, о Господи. Вот. У нас именно только это представление и осталось о молитве. Я сейчас вспомнил одну историю, попробую найти. Если найду, было бы хорошо показать это в Библии по поводу молитвы. Это, наверное, книга Эзра, наверное, да, когда все, я был виночерпием у царя, да? Это Эзра, наверное, да? Окей. Или Неемия, или Эзра, из двух книг. Первая глава, 11. Хорошо, можешь прочитать? Чуть громче только, чтобы потом не было. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего, к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим. Не, я ищу то место. Теперь веди его в милости человека сего, я был виночерпием у царя. Да, и вот, и дальше, дальше. Вторая глава. Да. В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино, я взял вино и подал царю, и казалось, не был печален перед ним.
Да дальше. Но царь сказал мне, от чего лице у тебя печально, и ты не, болен, угу. Этого нет, а верно, печаль на сердце. Угу. Я сильно испугался. Да. Дальше. И сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, ворота его сожжены огнем. Дальше. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному. И сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься, и благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. Аминь. Очень много мы не будем читать, все, но есть. Вернись в то место, где написано, я помолился. Четвертый стих, да. Глава. Слушайте внимательно. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Вот, вот смотрите, вот я хочу, чтобы вы представили эту картину. Это не моя тема, я чуть-чуть туда пойду. Вот, эту картину, представьте картину, да? То есть, есть царь, там перед ним там вино, все, что нужно, и он виночер, и он приходит. Царь увидел, что нет, как-то ты по-другому выглядишь. Ты обычно по-разному, но по-другому. Но ведь видно, что есть печаль. И дальше. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному. Я помолился Богу Небесному. И я сказал царю, подумайте. Как вы думаете? Царь спрашивает. Ниже возвращаемся назад, где только что был. Чего же ты желаешь? Царь спрашивает. Что ты хочешь? Вот, картина. Подойди ко мне, пожалуйста. Дорогой мой, да, подойди, подойди. Молодец. Вот, давай. Ну, чтобы я не сказал, что я царь, ты царь. А то скажешь, что вот вы позвали, он сразу царь, конечно. Он царь. Вот. И спроси у меня. Чего я хочу? Спроси. Что ты хочешь? Ну, громче, ты царь все-таки. Что ты хочешь? И согласно этому стиху, Господь благодарю тебя. О, Господь, о, Господь, о, Господь. Как вы думаете, так и было? Он царь спросил, чего ты хочешь? В это время я помолился Богу. Как вы думаете? Он сказал царю, подожди, я тут сначала должен помолиться. Нет? Спасибо большое. Потому что мы себе как сделать, что молитва я должен каким-то образом, или на колени, или стоя, или как. То есть молитва – это то, что происходит внутри тебя с Богом. Я уверен, что когда царь ему задал вопрос, он просто внутренне помолился. Это не было 5 минут паузы. Это не будет 5 минут паузы, там царь, подожди, я должен, а как мы еще хотим обычно, знаешь, надо, чтобы закрыть окна, чтобы там никто не мешал, ни музыка, там, чтобы дети не шумели, там. Нет. Присутствие, постоянное Божье присутствие, которое внутри тебя. И ты с Богом везде разговариваешь. А молитва – это есть разговор с Богом. Поэтому непрестанно молитесь означает постоянно будьте в общении с Богом, в этом контакте с Богом. Внутреннее расположение твоего сердца. Когда ты можешь с ним не пристать. То есть, идешь, о, Господь, спасибо тебе. Ты можешь не говорить внутри себя. Ты с ним разговариваешь. Вот о чем речь идет. Непрестанно молитесь. Я вам взял пример. Он не брал ни паузу.
он не брал, подожди, царь, я пойду, вернусь. У него на этого не было времени, и царь не дал ему столько времени. И он не знал, что нужно пойти, и там будет молитва надо. Он не знал об этом. Чтобы готовиться, поститься и так далее, и так далее. Чего ты хочешь? Господь. Он помолился, а потом он начал говорить. Он ибер 5 минут стоя, молча. И такая пауза между царем и ним. Пока он закончит молитву, потом скажет «Амен». Царь, теперь слушай. Нет. Итак, непрестанно молитесь. Внутри себя. На работе. Независимо где. Как эта ситуация. Ты внутри себя. Господи, помоги. Ты понимаешь, то есть, вот именно это, вот о чем говорит, непрестанно означает, то есть постоянно быть в этом состоянии, где ты можешь с Богом общаться. Но не означает, что ты постоянно говоришь, Господи, я молюсь, я благодарю, Господи, я молюсь, я благодарю, Господи, я благодарю, Господи, я благодарю. Нет. Итак, непрестанно молитесь. И за все благодарите. За все благодарите. Знаете, есть... Хорошо. Нам нужно понимать, что Библия – это Слово Божие. Но... Не Бог напечатал Библию. C'est pas Dieu qui a imprimé la Bible. Не Бог, как сказать, эти манускрипты, ну, делал непосредственно. C'est pas Dieu qui a écrit les manuscrits qu'on a lu. Я думаю, что когда-то здесь я вам рассказывал по поводу примера, да, по поводу письма, письмо. Здесь я говорил, что есть директор, есть секретарь. И, допустим, есть какой-то приказ, который нужно написать. И когда тебе вручают этот приказ, технически это секретарь это написал. Потому что это, ну, как... Ну, она набрала, распечатала, все-все-все. Но вообще автор, директор, точно как и Библия. Это люди, которые были вдохновены Духом Святым, которые Божьи мысли и деяния, которые совершались, Божьи деяния, смогли это описать и привести на папирус. К чему я иду? За все благодарите. Я думаю, что этот стих, он приводит в замешательство не только меня одного, но многих из нас. Потому что я могу понимать, что я могу благодарить, когда мне сделали что-то хорошее. Кстати, по поводу благодарить, за все благодарите. Вообще в мире также есть люди, которые неблагодарны. И иногда мы с вами часто попадаем в эту категорию людей, так, которые неблагодарны. Но есть также люди, которые они просто неблагодарны. Это может быть по разным причинам. Может быть зависть. Ça peut être que envie. Ils ont envie. Может быть, из-за зависти. Из-за превозношения. То есть думать, что я выше, за что буду, ну... То есть превозношение. Но есть такая грань тоже, которую мы часто не замечаем. Люди могут быть неблагодарными. Слушайте,
Слушайте внимательно. Люди могут быть неблагодарными. Когда они считают, что люди им обязаны. Когда человек в своем сердце считает, что ты обязан ему помочь, потому что ты родственник, потому что ты там служитель, потому что ты, я не знаю, как начальник или нет, не знаю. Когда он считает, что ты обязан, этот человек, он не благодарный человек, потому что он не будет ценить, он не будет понимать ценность того, что ты делаешь. Потому что для него, а что ты по-другому мог делать, ты обязан мне помочь. И такие люди, они жадные. Повторяю, люди, которые считают, что весь мир им должен. Вы должны мне помочь. Церковь должна мне помочь. Тот брат должен мне помочь. Канада должен мне помочь. Мой брат старший должен мне помочь. Моя сестра должна мне помочь. Эти люди неблагодарны. И эти люди, они жадные. Они жадные. Они не умеют давать. Они умеют получать, потому что они считают, что так должно быть. Нам нужно меняться, не быть таковыми. Потому что никто никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Библия говорит об этом. Никто никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Там написано взаимной. Опять, понимаете, взаимной. То есть я тебе, но и ты мне. Поэтому давайте не будем таковыми, которые только ожидают, чтобы нам делали хорошее, чтобы нам давали, чтобы мы получали. Извините, должно быть время, когда ты тоже должен начинать давать. Очень часто это бывает среди родственников. И это семьи просто разрушают. Будь благодарным человеком. Благодари, когда тебе делают добро. Потому что тот человек, который это делает, он не обязан. Он не обязан. Он не обязан. Но ты или мне, которому это сделали, я фактически обязан благодарить. Но человек, который делает, он не обязан делать. И он не обязан ждать благодарения. Он не должен ждать благодарения. Человек, которому делают. Должен благодарить. Вы помните 10 прокаженных? На что Иисус обратил внимание? Где же Девид? Где же Девид?
И на что он указал? 10 получили чудо. Но только один вернулся. Танцевать. Да нет. Вернулся, что делать? Благодарить. Можешь сказать, Иисус, как так? Ты же служил как от Господа, что ты не забыл об этом? Ты людям послужили, они получили исцеление, что они обязаны вернуться, благодарить, что ли? Иисус этот факт подчеркнул. Он это подчеркнул. Потому что это важно. Где же Давид? Где они? Чудо, они не потеряли чудо. Чудеса остались, они были силенными. Но из 10, один подумал. Я получил исцеление. Я пойду, скажу спасибо. Гордость не позволяет сказать спасибо. Скажу, что очень важно. Иногда некоторые с виду смирения являются спрятанной гордостью. Повторяю. Иногда с виду это смирение. Можешь подумать, что смирение. Но внутри это гордость. Человек может это не осознавать. Знаете, когда человек дает кому-то, так или иначе, на каком-то уровне его души, есть такое, знаете, как, ну, я могу дать, знаете, я могу помочь, я могу дать. Дело в том, что смирение заключается также в получении. Не только нужно нам научиться давать. Нам нужно научиться и давать, и иметь смирение получать. Амин. Конечно, я понимаю, всем, нам тут всем удобно, Господь, дай мне смирение получать. Я понимаю, что наша молитва, Господь, научи меня это смирение получать. Просто, Господи, я так будет. Человек, который не научен получать от других, просто это гордость. Который нужно победить. Иногда человек может отказаться от этой гордости, уходит, потом он жалеет. Он ушел, он жалеет. Просто гордость не потому, что я получу, ну, что подумают обо мне, ну как я нуждающийся или так далее. Нет, тебе дали. Скажи спасибо, благодари. Амин. Итак, важно всем нам научиться быть благодарными людьми. Научиться. Апостол Павел говорит, мы с вами посмотрим Филиппийцам. Окей, думаю, что смогу найти. Хорошо. Филиппийцам. Четвертую главу. Давайте посмотрим. Филиппийцам. Сейчас я. Место писания пришло.
Моя проповедь немножко пошла так, но ничего, ничего. Да, четыре, да. Как? Я нашел. Четыре. Слава Богу. Я читаю. С восьмого стиха. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. О ресте, фрэ, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vulnérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Ce que vous avez et appris, et reçu et entendu, et vu en moi, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. О, я me suis grandement réjoui dans le Seigneur, ce que maintenant, afin que vous avez fait revivre votre pensée pour moi. Спасибо большое, брат мой. Говорю это... О, окей. C'est bon? En français, c'est déjà? Ok. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь, повторяю, начали заботиться обо мне, вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. О, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, afin que vous avez fait revivre votre pensée pour moi. Pas que vous y avez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Говорю это не потому, что нуждаюсь. Non, que je parle, ayant égard les privations. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Умею жить и в скудости. Je sais être abaissé. Умею жить и в изобилии. Je sais aussi être dans l'abondance. Научился всему и во всем. En toute chose et à tout égard. Насыщаться и терпеть голод. Je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim. Быть и в изобилии, и в недостатке. Aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Все могу в укрепляющем мне Иисусе Христе. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Дорогие, bien-aimé, в этом отрывке dans ce passage, есть много научился. Il y a beaucoup qui dit, j'ai enseigné, j'ai appris. В этом стихе написано, чему вы научились. Dans le verset 9, il est écrit, ce que vous avez appris. В 11 стихе написано, ибо я научился быть довольным. В 12 стихе также написано, что научился всему и во всем насыщаться, терпеть горе и так далее. Есть вещи, которые неврожденные. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas né avec. Благодарность, она не врожденная. La reconnaissance, c'est des choses qu'on n'est pas né avec. Мы, апостол Павел, он не стеснялся говорить, что он научился. Dire que j'ai appris. То есть он не стеснялся. Il n'a pas eu honte. Нужно учиться быть благодарным. D'être reconnaissant. Нужно учиться быть довольным. Être comblé. А у меня не получается. Нет,
Учись. И что здесь он говорит? Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Смотрите. Внимание, тут очень вот прямо тема вот здесь. Наша сердцевина. Наша тема за все благодарите. Я не забыл тему, я в теме. Он здесь говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Je suis enseigné à être rassasié ou bien à être dans l'abondance de ce qu'il a. Во-первых, он научился. Premièrement, il a appris. И второй здесь. Deuxième ici. Он научился быть довольным. Il a dit, j'ai appris à être content. Не всем, что есть. Pas dans tout ce qu'il y a. Он научился быть благодарным, довольным тем, что у него есть. Il a appris à être content de ce que lui il en a. Не всем, что есть в мире, monde, а тем, что у него есть. Ce que lui, il en a. Ниже читаю то, что мы часто вам говорим. Умей жить в скудости, умей жить и в изобилии. Je sais être abaissé, et je sais aussi être dans l'abondance. Другими словами, en d'autres mots, когда quand я попадаю в таком отрезке времени, temps, где у меня скудость, là où je suis abaissé, là où je n'ai rien, я научился жить, я умею жить в этих обстоятельствах скудости. Я знаю, что я говорю, почему так делаю ударение. Теперь. Когда я попадаю в ситуацию, где у меня изобилие, я и там научился жить, когда у меня изобилие. Я могу таким образом думать, что, скорее всего, есть какая-то разница между тем, как он ведет себя, когда есть изобилие, и когда он ведет себя, когда есть нехватка или недостаток. Апостол Павел не просто благодарит. Он говорит о конкретике, то есть когда такая ситуация, я знаю, как вести себя. Когда другая ситуация, вполне возможно, что противоположная, потому что изобилие и скудость – это противоположные. Certainement, l'opposé, parce que l'abondance et le manque sont à l'opposé. Он и там научился, я умею жить. Il a appris, il dit que j'ai appris à vivre. Он умеет. Il sait comment vivre. А как это он умеет? Comment il sait? Потому что он научился. Parce que il a appris. Как же у него так получается? Comment il arrive à faire cela? Жить и в скудости. Vivre et dans le monde. Нормально. Très bien. И когда изобилие, тоже жить и нормально. Et quand dans l'abondance, et vivre également très bien. Ответ в следующем стихе. La question, la réponse est dans стих 13. Le verset 12. Все. Могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Другими словами, en d'autres mots, я научился, j'ai appris, жить в скудости, vivre dans le monde, и сейчас я даже в скудости могу жить,
благодаря тому, что есть Иисус, который укрепляет меня в этом. Когда изобилие тоже, скажите, ну, пастор, когда изобилие, что там научиться? Просто живи. Молитва одного, наверное, это в псалмах, наверное, или в притче, из двух, я не помню. Я молюсь. Je prie. Боже, чтобы ты дал мне нищету, чтобы я не начал красть. Или же не дал мне изобилие, чтобы я не начал возненавидеть. И не будьте благодарным. Две крайности. Притча 30 и стих 8. Можно его показать, если... Потому что сегодня много таких, которые не... мы идем, все хорошо. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатство. То есть нищета и богатство. Видите, вот эти крайности. Не давай мне. Питай меня насущим хлебом. И дальше. Дабы, пресытившись, я не отрекся от тебя. И не сказал, кто Господь? И чтобы обеднев, не стал краст и употреблять имя Бога моего в суе. Éloigne-moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe et que je ne parjure le nom de mon Dieu. Admis avec Balchik Ispitanie. Une des plus grandes это не испытание отсутствие чего-то или же нехватка. Конечно, это испытание, когда наоборот, есть и власть, есть и то, и другое. Это сильное испытание, искушение. Конечно, мы говорим Господу, пастор, я согласен, я тут уже понял, дай мне какое-то время, вот, войду, почувствую это искушение, есть испытание. Sentir cette tentation de la mort. Иногда, когда много, есть две сестры, которые сразу приходят. У них они близнецы. Ce sont des jumelles. Их имя одинаково. Leur nom, кто знает? Давай. Давай, то есть другие слова всегда мало. Давай, то есть я заработаю чуть-чуть, я чуть-чуть заработаю, потом все. Заработал, то платье, это, платье, князь, надо сумма очень хорошая. И вот вы зашли с мужем там, чтобы купить там юбку, вышли и платье, и ремень, и сумку, и все, что нужно. Я не против, просто. Правильно, это муж щедрый. Но только мы как люди, есть желание народа, давай. А муж щедрый просто, и все, слава Богу. Итак, дорогие, возвращаюсь. Апостол Павел, он научился. И он научился жить в разных ситуациях. Нам кажется, что в этих ситуациях решение должно отличаться. Хорошо. Как жить в нищете? Скорее всего, должен отличаться от того, как жить в изобилии. А Павел говорит, что там жить, что здесь жить,
Я все это могу. Je peux tout ça. Благодаря укрепляющим Иисусе Христе. Celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Амин. Амин. Я тему я не забыл, за все благодарить. Je n'ai pas oublié notre terme, rendre grâce en toute chose. И Павел говорил здесь, видишь, я читал об этом. Он научился быть довольным. Il a appris à être content. Тем, что у него. De ce qui il a avec. Он научился быть довольным. Il a appris à être content. Давайте встанем. Мы продолжим, наверное, на следующее воскресенье. Я вам задам вопрос. Эта фраза не означает... Слушай внимательно. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Не означает, я доволен тем, что у меня есть. Хорошо, повторяю. Повторяю, и тут очень важно, чтобы вы поняли проповедь. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Не означает, что я научился быть довольным, не означает, что я доволен тем, что у меня есть. Разница, вы чувствуете разницу? Вот, и если вы можете почувствовать разницу, тогда вы поймете эту следующую воскресенье продолжение этой проповеди. Потому что, если мы довольны всем, что есть, если мы благодарим за все, тогда вопрос, почему мы молимся, что некоторые ситуации поменялись? Если за все мы благодарим, то есть вот, за все мы благодарим, но тогда зачем молиться? Как эта болезнь пришла? Ты благодаришь. Ну тогда зачем к врачам идти? Тогда почему молиться Богу об исцелении? Если ты благодаришь. Павел говорил по-простому с вами. По-простому. Мы можем научиться выживать в каких-то ситуациях, хотя эти ситуации нам не нравятся. Это, ну, просто по-нашему. То есть, вот. У тебя уже ситуация есть. Она уже есть. Вот она уже есть. Ты должен научиться жить в этой ситуации, как она есть. В Луганске я помню одна сестра. И у нее был один сын. И так случилось, что сын там нарушил какие-то, ну, они там украли, так скажем, и арестовали, и посадили сына в тюрьму. Она не могла менять эту ситуацию. Это уже было, вот, ситуация есть, ну, сына, ну, посадили. Ну, она могла научиться, как теперь жить, когда сын не рядом с ней. Вот о чем речь идет. Она, скорее всего, недовольна этой ситуацией.
скорее всего, она недовольна тем, что elle est pas contente du fait que сын нет рядом. Son fils n'est pas à côté d'elle. Но Mais нужно теперь что? Faut maintenant научиться apprendre жить без постоянного присутствия сына. Avec l'absence permanente de son fils. И не только нужно научиться, нужно найти там себе какой-то эквилибр, ну, найти себе какой-то баланс, то есть, чтобы ты мог себя чувствовать более-менее комфортно в этой ситуации. То есть, как ты нашел решение, чтобы ты потом жить комфортно в этом. Ситуация некомфортная. Повторяю, я не знаю, если вы понимаете, что я хочу сказать. Ситуация некомфортная ситуация. Но тебе нужно подстроиться в этой некомфортной ситуации. Чтобы ты мог себя найти там и более-менее как-то жить. Многие из нас, которые переехали, вы имели там, особенно когда война, вы там имели свои, там, свои дома и все, и так далее. И вам приходится тут ночевать, там то у кого-то там приехали, то того нет, то кто-то вам какую-то вилку дарит, кто-то вам там какую-то тарелку дарит. Знаете, ты смотришь на это, у тебя было свое. Ты был устроен. Работа хорошая. Нормально все. Проекты были такие просто как проекты. Открою бизнеса. Там что, дом там куплю. То. И тут вам война. Приезд. Как быть? Новая обстановка. Что делать? Повеситься. Да нет, конечно. Нету. Нет. А то могут вырезать, знаете, ну, пастор сказать такая, что повесится, и точка, и на Фейсбуке. Вот. Он сказал, такая ситуация, что делать, повесится, и обрезали. Вот так людям создают проблемы, людям иногда. Знаете, иногда. Я задал вопрос, ответил. Нет. Нет! Новая обстановка. Как быть? Что делать? Теперь научиться в новой обстановке. Где ты снимаешь квартиру, даже не знаешь, как его назвать. Квартиру или проходной двор, или даже не поймешь, как его назвать. Я помню брата нашего, который когда он снял квартиру. И когда туда пошел, я зашел к нему. Я чуть не заплакал. Ну как люди могут так другим просто, знаешь, как сказать, ну как чисто ради денег, но Константин, ты знаешь. Ну. Но что делать? Научиться. Ты жил у себя. Все хорошо. Переехал. Когда я переехал тоже. Я жил у себя в Украине. Раз еще. Была своя квартира. Нормально все. Переехал же с семьей. Наш брат Сармар, мой друг, принял нас. Он свою семью немножко дали нам комнату. Они нам дали комнату отдельную. У них сами три комнаты, он одну комнату нам дал. И мы все с семьей, вчетвером, были в этой комнате. Ну, им нужно было научиться теперь жить, что мы у них. Правильно же? А я же не добрый человек. Я же не подарок. Поэтому им нужно было пришлось научиться жить. Или же уживать, или же выживать с нами. Но нам нужно было научиться жить у них. Дома при них.
Amen. Буйлярад эта ситуация? Est-ce que je suis content de cette situation? Нет. Non. Но я был рад, что друг, брат принял меня. J'étais content que le frère. Что мне предоставил, то что он предоставил. Но сама ситуация. La situation. Не радовала меня. Вы понимаете, что я показываю? Это важно. Поэтому нам нужно научиться жить в условиях других. Нужно научиться. Человек гордый не сможет. Потому что он считает, что все ему должны. Я бы сказал, Шарльман, ты что, перепутал, что ли? Почему только одна комната? У тебя целых три. У вас зал большой. Идите в зал, а мы три возьмем нами. Ты что, перепутал или что? Нет? Нет. Нужно было научиться. Если я ранен, я встаю. Что хочу делать? Надо раньше, людей много, я знаю, что надо вот пол пятого уже пойти уже в ванной комнате. Умыться, все, уже быть готовым уже. И то купаться не как в Луганске мог. Включив музыку и петь в ванне. О, аллилуйя! Нет. То есть, вы понимаете, то есть пришлось подстраиваться в многих вещах. Если у тебя будет такое мышление, ты прорвешься. Амен. И я скажу тебе, ты можешь пройти. Почему? Потому что есть Иисус Христос, который тебя укрепляет. Есть Иисус Христос, который тебя укрепляет. Ты можешь. Ты можешь. Даже когда ситуация тебе не нравится. Обстоятельства тебе не нравятся. Но ты в них попал. Научись, как же там. Я могу сюда, ловить какой-то, извините, кайф хороший. Амин. Я понял, что затронул важные такие моменты, но это проповедь. Давайте помолимся. О чем молиться? Господь, научи меня. Научи меня. Проходить. Жить в тех ситуациях, в тех обстоятельствах, которые, возможно, мне не нравятся. Но научи меня жить в них и побеждать в них. Мы молимся. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господи Божий. О, мы прославляем Тебя. Мы прославляем Твое имя. Мы прославляем Тебя, Господь Бог. Мы прославляем Тебя, Боже наш. Мы прославляем Тебя. Мы прославляем Тебя, аллилуйя. Мы прославляем Тебя, Господь. Боже, мы благодарим Тебя, что в Иисусе Христе, в Иисусе Христе, в Иисусе Христе мы можем все проходить. Мы можем все проходить. Мы можем все проходить. Какая бы ни была ситуация, какие бы ни были обстоятельства, в Иисусе Христе, в Иисусе Христе, в моем Господе, в нашем Господе, мы все сможем пройти. Дух Святой, научи нас, научи нас, научи нас, научи, помоги нам быть прилежными в учении, помоги нам быть прилежными в обучении. Помоги нам, Святой Дух, будь прилежными. Будь прилежными, Господи Боже. О, Господь, спасибо Тебе. Мы превозносим Тебя. Превозносим Тебя. И не просто жить,
В этих ситуациях, dans ces situations, вот так же, находить довольство. Mais de trouver des moments de joie. Как апостол Павел это говорит. Я доволен. Я доволен. Я доволен. Научи нас. Это довольство не означает, что мы смиряемся с ситуацией. Нет. Мы не смиряемся с ситуациями. Но мы учимся. 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 Как быть довольными даже в трудных ситуациях. Спасибо тебе, Господь. Прославляем Тебя. Прославляем Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Амин. Амин. Святые Божьи люди, мы продолжим следующее воскресенье нашу тему. Дайте Богу большую славу, пожалуйста. Слава Богу. Аллилуйя. 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 На самом деле, дорогие, вопрос не в обстоятельствах. Вопрос в том, как мы себя ведем в них. У тебя есть Иисус Христос, и ты не один. У тебя есть Иисус Христос, ты не одна. У тебя есть Дух Святой, который научит всему, как проходить. И Он поможет тебе. Даже среди шторма. Même au travers des vents, люди будут удивляться. Как у тебя такие ситуации, ты еще улыбаешься? Или ты еще любишься в таких ситуациях? Нет. Non. Дорогие. Не потому, что я радуюсь этой ситуации. C'est pas parce que je suis content de cette situation. Нет. Non. Эта ситуация мне не нравится. Je n'ai pas cette situation. Она мне не нравится. Je n'ai pas cette situation. Она мне не нравится. Je n'ai pas cette situation. Но есть Бог, который меня укрепляет, который помогает мне не терять лицо в этой ситуации, который помогает мне держаться в строю в этой ситуации, который помогает мне улыбаться в этой ситуации, который помогает мне петь песню хвалу в этой ситуации, как Павел и Сила. Есть Бог, который помогает. Амин. Садитесь, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Это время для пожертвования наше. И я призову к пожертвованию. Я буду призывать к пожертвованию. О чем я вам говорю? О пожертвованиях. Все очень просто. Все довольно просто. Не будь жадным. Ne sois pas avare. Avare. Просто не будь жадным. Ne sois pas avare. Богу Dieu, то, что ему принадлежит, ce qui appartient, отдавай. Donne-lui ce qui appartient. Не бери то, что не твое. Ne prends pas ce qui ne t'appartient. Просто Богу дай минимум то, что его. Donne minimum à Dieu ce qui lui appartient. Будь таким человеком, который учится получать. Qui apprend à recevoir. Но также будь человеком, который учиться давать. Амин. Амин. Пусти хлеб свой по водам. Потому что по истечении некоторого времени он опять вернется тебе. А если люди, которые имеют хлеб, они удерживают хлеб, и они съедают сами хлеб, весь хлеб. И они ждут, чтобы кто-то пустил им хлеб. Нет. Будь человеком, который пускает хлеб по водам. Пусти хлеб по водам. Сей в Царство Божие. Помогай другим людям. Жертвуй другим людям. Поддерживай другим людям. Это важно. Не только жди, что тебе, тебе, тебе и тебе. Нет. Это жадность. Но это не хорошее, это слово жадность, оно не очень правильно переводится. По-нашему, по-простому перевод, это жаба. Вот. Вот. Это жаба. Просто, который давит.
Пусть Бог даст тебе свободу. Que le te donne la liberté. И даст и мне также Бог даст свободу. Чтобы мы были таковыми, которые жертвуют, которые дают, которые могут кому-то помочь, могут кому-то послужить. Тем, что есть. Как есть. Действуй. И делай. Держи то, что ты приготовил. Держи. Если ты онлайн, держи свой сервер или я не знаю что. Будем молиться. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за эти финансы, которые даешь нам. Но больше всего, Боже, мы благодарим за то, что мы имеем возможность давать. У нас есть возможность давать. Есть возможность, Боже, Тебе приносить что-то. Наши десятины, наши пожертвования, мы приносим Тебе. Боже, это радость. Когда израильский народ, они приносили жертву. Когда священник брал эти жертвы, он потрясал. Он потрясал. Потому что, Боже, посмотри, что твой народ принес. Господи, научи нас быть даятелями. Быть верными Тебе в даяниях. Не брать Твое. Боже, но быть честными с Тобой в своих десятинах. Быть честными с Тобой, Господь, в десятинах. Да, Господь Бог. Потому что Ты говоришь в Своем Слове, что оно принадлежит Тебе. Спасибо Тебе. Дай также, Боже, тем, у которых, Боже, нет возможности что-то давать. Но дай им возможность, Боже, что-то делать для других. Возможно, нет финансов. Они могут дать что-то другое, другому человеку. Они могут каким-то образом послужить кому-то другому. Но дай также им финансы, Господь. Чтобы также было им, из чего уделять Господу. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Амин. И потому что здесь это для помощи мирному населению Украины. Здесь это для нашей поместной церкви. Амин. Потому что мы можем жертвовать. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы также можем жертвовать онлайн. Давайте встанем. Где Господь? Славлен. Вся хвала. Вся хвала. Тебе, Господь. Chakwala, Tibe Gaspo. Hallelujah, Jesus. Ah, so? Ije, Motse. Избавитель мой, это о. Аллилуйя, Господь, спасибо за эти финансы. Господи, спасибо за верность твоего народа. Спасибо, что ты располагаешь их сердца. К тому, чтобы давать. Спасибо за те, которые, Боже, могли жертвовать Боже онлайн. Те, которые могли жертвовать Боже через Interact. Или PayPal.
Господи Боже, мы говорим спасибо Тебе, что Ты заботишься о своем народе, и Ты заботишься о своей церкви, чтобы мы ни в чем не имели нужду, как церковь. Благослови свой народ. Благослови нас, Господь. Открой, Боже, дополнительные двери для нас. Дополнительные окна, Господь, небеса пусть открываются. Для благословения, для бизнеса, Боже, для нужных контактов, Боже. Во имя Иисуса Христа, для повышения в должности. Господи, пусть чудеса совершаются. Во имя Иисуса Христа. В наших домах. Везде. Пусть чудеса сопровождают нас. Аллилуйя. 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 Амен. Амен. Слава Богу. Слава Богу. Дорогие братья и сестры, пусть Бог нас благословит. Запомните одно. За все благодарите. Научись жить в том, что есть. Хорошо? Но ты можешь быть недовольным этим, но научись в этом жить. Мы эту тему продолжим в следующее воскресенье. Это будет завершение. И в следующее воскресенье, если у вас будет свидетельство, вы мне об этом можете говорить сегодня или же в воскресенье перед собранием, чтобы я мог планировать свою проповедь и время для свидетельства. Амин. Я оставлю время для свидетельства. Поэтому, если у вас даже если 10 человек, ничего, мы ждем короткое свидетельство, но если есть свидетельство по этому слову, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите, и мы организуем все. Амин. Итак, дорогие братья и сестры, те, которые онлайн с нами, или те, которые потом позже будут смотреть, мы вас благословляем. Благослови вас, дорогая церковь. Мы встречаемся здесь в эту пятницу на молитву с 7 до 8 вечера. И следующее воскресенье 10:30 молитва и с 11 часов богослужение. С миром Божьим всем нам. Благослови вам в следующую неделю. Амин. Иисус на троне. Yes.